Всем добрый вечер. Меня зовут Слава, и сегодня я вам расскажу про немножко страшные вещи. Они называются хакатоны. К вопросу о том, кто слышал, что такое хакатон, может быть, участвовал в нем. Поднимите, пожалуйста, руку. Слышал, участвовал. Слышал. Давай так, слышал кто? А участвовал? А участвовал в тематике ГИС, именно ГИС хакатоны. Руки кончились. Наверное, те, кто уже участвовал в этих мероприятиях, все понимают, что это некое поле битвы на сегодняшний день, да, то есть люди приходят и работают за где-то часов 20, создают идеи, создают какие-то прототипы, концепции о тех или иных продуктах, да, неважно, будет это картография, будет это экология, либо туризм. Люди на этих полях битвы, да, для меня лично хакатон — это большое поле битвы, где народ просто не щадит себя и пытается создать что-то за ночь. В основном это за ночь, потому что днем все ссорятся и рассказывают о том, что нужно сделать правильно и как. Ночью происходит какое-то чудо, и на утро выкатывают более-менее готовый продукт. Мы вчетвером участвуем в хакатонах уже практически год. Это все ребята, там, наполовину кто-то программист, кто-то гиз-аналитик, кто-то обрабатывает космические данные. То есть кто-то чем-то как-то занимается помимо картографии. Но все это выпускники Московского университета геодезии и картографии. Расскажу я вам про три последних хакатона, в которых мы участвовали. Первый хакатон — это Лава-Легис, который прошел в декабре 2017 года. Это были организаторы аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Они занимались как раз... Там был хакатон направлен именно на то, что есть 17 заданий, и надо было выбрать одно и выполнить его решение. Второй хакатон проходил в городе Нополис. Проходил буквально 3-4 марта, и там была история с точностью наоборот. Не было никаких заданий, были только идеи. То есть вы должны были приехать с какой-то идеей, либо придумать ее во время хакатона. И третье мероприятие — это был Менделеев хак. Это не про картографию, это про цифровое материаловедение. Но хотелось бы о нем рассказать только из-за того, что мы участвовали там как организаторы. То есть мы участвовали как менторы, мы помогали командам подготовки к выступлению. Итак, хакатон Лава-Легис. Поехали мы на это мероприятие, как только мы увидели, что, о, кисы, наконец-таки будет хакатон по кисам. Приехали туда, и нам дали порядка 17 заданий. На самом деле мы половину заданий не поняли. И это первая же проблема людей, которые формируют эти задания. Всегда есть 20-30% заданий, которые никто не понимает, кому они нужны и как их можно реализовывать. Хотя поставщики заданий, да, как их называют, это представители были департаментов и министерств, что очень странно. Мы выполняли, на наш взгляд, самую адекватную на тот момент задание. Это создавали сервис по добросовестности лесозаготовителей. В принципе, нам было просто надо сформировать данные так, чтобы было удобно проверять эту всю историю. Выполнили мы примерно это так. Основные минусы были работы именно на хакатонах, то есть когда вам выдают данные иногда битые. То есть у нас была большая проблема, что при запуске космоснимков нам выдавались черные квадраты. То есть и при нашей, которая занимается обработкой этих данных, говорит то, что ну, данные битые. Где их найти как, в 2 часа ночи невозможно. Люди, которые подавали эти данные, спят, либо их на хакатоне вообще не было. То есть вторая проблема, в принципе, работы участия на хакатонах именно со стороны участников. Происходит такое, что все вот выступают, говорят: «Здравствуйте, мы такие-то эксперты, вы готовы к нам подходить?» Через 3 часа, когда ты уже придумал задание, выбрал его, хочешь куда-то пойти, ну, хочешь спросить, говорят: «Они уже уехали, их нету, напишите им». Но, к сожалению, общение через чаты именно с этими людьми достаточно сложное, потому что они либо очень долго отвечают, либо они говорят: «Это не мы, отправляем вас к другому человеку», а те люди иногда не отвечают. По поводу, если возвращаться к хакатону Лава-Легис, мы подготовили, взяли порядка 15 наборов данных, почистили их, собрали, подготовили некую такую уже к итогу. Это не, так сказать, это не настолько уж сильно работающая модель, да? Это
был просто презентационный материал, где показывали, как эти данные мы обработали и что из этого получилось. В принципе, на удивление, мы выиграли этот хакатон. Мы сами не понимаем, как мы это сделали. Но был очень большой минус, когда участвовали в самом начале, спрашивали, кто знает там, такие программы, как продукты, как ArcGIS, Quantum GIS. Вы не поверите, что люди, которые участвовали в GIS-хакатоне, знали о этих программных продуктах только 30-40% из всей аудитории, из всех участников. Там было порядка 100-150 человек. Половина, как только узнали, что все плохо, они просто ночью исчезли, и на утро они вообще не появились. То есть там было порядка 13, что ли, команд, и к финалу вышло порядка команд то ли 8, то ли 10. Второй катон это был в Иннополисе. Он проходил с 3 по 4 марта. Там история была, вот, как я говорил, точно наоборот. Приехали команды, их сформировали, и им дали задание, то, что придумайте что-то. Вот у нас есть проблемы определенные в сфере экологии, в сфере обработки данных дистанционного зондирования. Также было еще две номинации. Там было про туризм, про городскую навигацию, про урбанистику, но как таковых историй, как таковых экспертов было слишком мало. И, к сожалению, если люди хотели создать какие-то продукты, да, то для них это было достаточно сложно. Так как мы приехали, не знаю, что показывать и как, и, в принципе, мы приехали на этот хакатон тестировать идеи, в принципе, мы ездим на хакатоны только по двум принципам. Нам очень скучно, как мы поехали на первый. Второе — это протестировать команды, то есть мы где-то уже больше, ну, где-то в среднем год мы уже участвуем в хакатонах, и мы проверяем, в принципе, команды. Мы ездим с разными людьми, тестируем, и смогут ли они участвовать в данных мероприятиях и участвовать вот в таких сложных историях. То есть вылезти из зоны комфорта и где-то за ночь придумать что-то непонятное. Да, и выкатить это как более-менее грамотный продукт и презентовать его нормально. Мы разрабатывали концепцию, то есть мы не делали ни прототип, ничего, мы решили не слишком мучиться, мы хотели посмотреть на рынок, мы решили тестировать идею, потому что у нас было интерес уйти в туризм. Мы разработали концепцию по развитию туристической инфраструктуры в городе Казань, всем это понравилось из экспертов, но почему-то во время презентации, может быть, мы спаховали, может быть, люди не поняли до конца, и идея не прошла. Ну, оп, прекрасно, как говорится. Третий вот буквально был на этих выходных, это был Меделеев хакатон, и мы участвовали как там менторы. То есть мы занимались тем, что мы помогали командам и консультировали их, как лучше презентовать тот или иной продукт. Потому что, к сожалению, чем дальше человек уходит от... чем команда более техническая, более научная, она не может сформировать свою мысль, она не может грамотно презентовать свою идею. И когда мы уже с людьми разговаривали и с командами предлагали им свою помощь и говорили, давайте вы подготовите презентации, это как на самых таких хардовых научных конференциях. Текст, презентация и один текст идет. То есть люди готовили именно к экспертам свои решения в виде слайдов только с текстом. Подводя итоги, да, я могу сказать, для чего существуют эти хакатоны. Хакатоны, в принципе, существуют, смотря для чего вы едете туда. В первом случае вы можете туда поехать, чтобы проверить себя. Проверить себя, работая в нестандартной ситуации с нестандартными заданиями. Второе, если вы как стартап, либо как некая команда, которая хочет уйти в жуткое предпринимательство, как это делаем сейчас мы спокойно проверяем идеи. То есть мы едем на хакатон, у нас есть какие-то свои идеи, мы смотрим, будет это интересно экспертам, будет это интересно рынку или же нет. Благодаря хакатонам мы сократили порядка на 40% своего времени на изучение тех или иных рынков, потому что мы разговаривали с нашими клиентами напрямую. В-третьих, вы проверяете команду. Если у вас есть команда, которая говорит, да, мы готовы участвовать во всем, что угодно, свозите их на хакатон. Вы посмотрите, что люди умеют, что люди не умеют на самом деле. Хакатон на сегодняшний день – это очень крутая история. Минусы хакатонов я могу сказать как со стороны участника, как со стороны организатора. Первый минус – это постановка задачи. То есть иногда люди создают эти задачи не совсем корректными.
И когда эта задача доходит до участника, участник не понимает, что происходит, что от него хотят. И зачастую эти люди, которые создавали эти задачи, их нет на площадке, что есть естественный минус. Второй минус – это иногда сама организация площадки. Если вы захотите все-таки в будущем организовать это мероприятие, то есть очень много нюансов. Это и про площадки, это при работе с участниками, так как есть очень много косяков, есть очень много минусов. Также есть очень большие плюсы для компаний. Это если вы хотите, если вы здесь как представитель компании, можете спокойно организовать хакатон, чтобы проверить свои, там, не знаю, идеи, либо свои там, задачи, да, либо если у вас есть проблемы, потому что на такое мероприятие приезжает большое, достаточно большое количество компаний, которые заинтересованы в предоставлении своей идеи и проблемы, чтобы посмотреть, а как молодежь решит эту проблему по-своему. То есть на самом деле это мероприятие, которое, на мой взгляд, самый лучший вариант, чтобы протестировать и себя, и других в самых неизвестных и самых интересных сторон. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Потому что, в принципе, про хакатоны можно очень много рассказать, и также можно очень много интересного выцепить. Я готов на них ответить. Да. А есть какие-то в плане следующих хакатонов? Я знаю, что будет по ГИСам. Я знаю, что Иннополис будет проводить в сентябре. Или в мае. Но они хотели, они точно хотят сделать в год 5 мероприятий именно по ГИС-тематике. Говорили, что вот ну, май, сентябрь примерно говорили, а вот больше по ГИСам, к сожалению, может быть, планируется, не знаю, но я не могу говорить за этих людей по открытым данным. Да, вы можете участвовать в этих хакатонах, можете использовать ГИС, но при этом не ездить на сами мероприятия, которые посвящены ГИСам. К примеру, каждый год проводится мероприятие, всероссийский конкурс по открытым данным. И там есть тоже хакатон, который посвящен открытым данным. И вы можете спокойно приехать туда и предложить свою идею в тематике ГИС. Также будет вот на этой неделе авиахакатон, который устраивает МАИ. Мы туда едем, тоже хотим предложить там, попробовать свои силы и предложить идею в сфере ГИС. То есть, как так сказать, если на хакатоне написана фраза ГИС, картография и ДЗЗ, это не значит, что туда не надо ехать. То есть надо просто посмотреть на номинации и на возможность. И какие возможности, да, дают, какие там, может быть, данные дают, либо, может быть, какие-то направления. Если будут эксперты, вы понимаете, что с этими экспертами, с этими мероприятиями, номинациями можно связать ГИС-тематику и картографию, можете спокойно ехать туда. Потому что как раз команда туда, вы можете поехать туда один, вы можете поехать туда с командой. Если вы едете один, то вам формируют команду как раз из тех людей, кто умеет программировать, кто умеет готовить презентации, кто умеет там, не знаю, дизайн делать, и вы как будете как человек, который может там разработать что-то с ГИС. Также вы можете поехать туда с командой, уже сформировав ее. То есть, в принципе, вы можете поехать туда без идеи. То есть вы приезжаете туда, вам рассказывают, про какие направления есть, что интересно реализовать на хакатоне, разговариваете с экспертами и формируете уже там тот или иной прототип, либо концепцию, в зависимости уже от хакатона. Хакатонов бывают два типа. Один тип — это когда уже есть перечень заданий, их либо выдают заранее, либо уже на самом мероприятии, а есть второй тип хакатонов, где есть только эти, ну, какая-то либо проблема, либо только приезжайте с идеями. Ну, это лично мое исследование, да, если есть какие-то еще хакатоны, как, ну, там, различные виды мероприятий, то, как бы, welcome, расскажите мне про них тоже, потому что за год я могу сказать, что я видел только два типа вот таких мероприятий. Все хотят соединять это как-то, но пока это сложно получается, потому что когда люди уже презентуют, эксперты почему-то дают либо предпочтение, либо идеям, либо задания, но четко не делят их. К сожалению, на сегодняшний день это минус. Второй минус — это вот доступ к площадке на хакатонах. То есть иногда хакатоны работают всю ночь, иногда хакатон работает только вот определенное время, там, дневное, а ночью вы уезжаете. То есть там тоже надо смотреть, там тоже надо уже подстраиваться под эти все мероприятия. А так, в принципе, это открытые мероприятия, где участвуют и
и ребята, которым только 18 исполнилось, да, и тем, кто уже за 50. Прекрасно видел команды, которые вот на Лавре ГИС, я видел команду, которая состояла из научного руководителя и 4 студентов. В Иннополисе были команды ребят из 15 лет, которые создавали свою VR-игрушку. То есть, в принципе, это для всех мероприятий, которые готовы тестировать ваши идеи. Да. На самом деле их очень много. И на каждом мероприятии создается свой чат в Телеграме. Чего скоро прекратят? Еще вопросы? В начале хакатона есть такая странная секция презентации экспертов, когда там разные люди странные выходят и показывают разные умные слайды. Как участник хакатона я хотел узнать, есть ли вообще какой-то смысл в этих презентациях, то есть ждут ли участники что-то от них, или это чисто чтобы пропиариться секцией, то есть зачем? Если приезжает эксперт, презентует, еще остается часа на 4, это идеальный человек для нас. Потому что мы туда приезжаем либо со своими идеями, либо с пустой головой. Вот нам говорят, вот, к примеру, сейчас. Вот. Примерно вот такой вы видите пост. Вы приезжаете на мероприятие, но геоинформационные сервисы для бизнеса и населения. У вас может быть 0 идей, а можете вы придумать их там 100 миллионов. И вы не знаете, какую лучше предложить. Как говорится, в команде один человек – это один ум, одна идея минимум. То есть вы приезжаете как минимум с 4 идеями, и вы не знаете, какую лучше применить. И для нас, эксперты, это те люди, которые нас могут направить в то или иное русло. Мы понимаем, какую лучше тематику взять, на что лучше обратить внимание. Минус экспертов в том, что... К сожалению, это иногда бывают занятые люди, да, мы все это прекрасно понимаем, и они отчитывают свой презентационный материал, отчитывают, отвечают на вопросы и уезжают. А для нас важнее, чтобы там оставались на несколько часов, потому что мы продумываем идею, нам нужно это минимум часа два, чтобы продумать, поспорить друг с другом, решить, какую итоговую идею мы берем. И когда мы такие... У нас вот была история как раз на Лавре ГИС. Мы подготовили это все, мы уже понимаем, что нам нужны, у нас проблемы с космоснимками, нам нужны представители, там были, я не помню, то ли Сканекс, то ли кто-то еще. И мы говорим, мы поворачиваемся к организаторам и говорим, ребят, а можно нам Сканекс? Ой, они уехали. Они завтра будут? Ой, ну мы не знаем. То есть, к сожалению, вот такие проблемы возникают. Вот тоже было на хакатоне в РХТУ. Ребята придумали идею, говорят, нам нужны вот, были его спикеры, нам они очень срочно нужны. Они приедут только завтра к презентации. То есть уже к защите проектов. И уже ребята понимают, что они не смогут его спросить заранее. Перед самой презентацией вдруг он им скажет, что ой, ребята, вы делаете все неправильно, переделать, у людей просто не будет времени это все исправить. То есть, к сожалению, хочется очень сильно, чтобы на хакатонах эксперты... более подольше. И иногда это, если это задачки, и в них все грамотно прописано, тогда эксперт нужен для доп. Вопросов. А если там ты сиди и приезжаешь, то это первое необходимое для нас. Потому что для нас это первоначальная точка, от которой мы стартуем, чтобы уже делать дальше проект. Еще вопросы? Тогда я передаю слово следующим спикерам. Спасибо за внимание.